Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у нас первый раз за всю историю канала, наверное, не кликбейтное название. Сегодня мы с вами будем ставить мощный крутой автозвук в мою старенькую пожилую BMW E34. Давайте сразу отвечу на самый задаваемый вопрос в Инстаграме. Почему не в Весту? Почему я решил потратить столько денег на автозвук Бимер? С Вестой изначально планировалось поставить все это в Весту, но с Вестой возникли проблемы. Нужно разрезать двери, нужно переделывать, резать карты, клеить карты, красить карты, обтягивать карты. Короче, подумав и логически все взвесив, я понял, что Весту уродовать не хочется, потому что вдруг меня сейчас ужалит да пчела в попу, и я решу ее продать через 2 месяца, например, или летом, в июне, в июле я решу ее продать. Сейчас я могу ее продать, она в отличнейшем состоянии, она как новая с виду и внутри. А потом она будет с резанными дверями, с резанными картами, и не хотелось бы это все портить. А этот Бимер с постановкой на учет без бюрократических проволочек останется со мной надолго, я чувствую. И поэтому в него мы сегодня будем с вами совать конфиг, который вышел мне не только железо, но и всякое вон там шумка, вибра, в 41 тысячу рублей. То есть вот в эту машину мы сегодня в этой серии похороним 41 кес. И вот у меня все железо валяется, валяется периферия для железа. Давайте сначала нудное вступление, покажу вам, что я купил. В качестве головного устройства для воспроизведения аудио у нас будет дешевенькая магнитола за 2300 рублей, по-моему. Вот такая Aura AMH520VT. 4X51 Watt Max Power. Она у нас будет задействована исключительно к двум усилителям, то есть она не будет участвовать, так скажем, в усилении сигнала, и никакие колонки напрямую к ней подключены не будет. Это чисто ресивер, головное устройство, с которого будет воспроизводиться музыка. Здесь есть Bluetooth, AUX, флешка, в принципе, все, что нужно. Почему я не оставил пионер, который стоит в этом бумере? Потому что у него два тюльпана сзади, а здесь их 6. Это самый бюджетный вариант, был вообще самый-самый-самый из всего, что можно было выбрать. Для сетапа моего начального уровня это вполне себе нормально. Далее, я решил не повторять своих ошибок. Кстати, покупал я все у Фуада. Если кто помнит, магазин Буз Аудио, я ссылку, наверное, оставлю в описании, раз он меня пустил и помог мне вот с выбором определиться и, в принципе, понять, что мне нужно. Я хотел бы небольшую ремарку внести. Мы с вами собирали фронт в копейку, и я тогда не понимал, что такой громкий фронт нахрена он мне вообще нужен, и я это понял только когда все это собрал. У меня там было целое видео 50-минутное, где я бомблю по поводу этого фронта, какой же это говно. Но потому что я сам не понимал, что мне надо, мне нахрен не нужен был фронт. Вот что мне нужно было сразу. Это дешевенький мидбас от SWAT за 3200 рублей, по-моему. Или 3100 рублей. Это две двадцатки, сейчас я вам покажу, которые у нас будут в дверях. Все, это у нас весь перед. То есть две двадцатки на передке, и я покажу вам пищалки. Вот такие сватовские двадцатки. Я хотел взять сваты дороже, за 5100 сваты. Я слушал их очень долго, мы все это размусоливали, я 4 часа у Фуада отнял времени, но послушав свои композиции, АК-47, Воровайки и все остальное, я понял, что ну, музыку, которую я обычно слушаю, Моргенштерн, Глад Валакас, мои любимые исполнители, я понял, что вот эти сваты такую музыку отыгрывают ничем не хуже, чем сваты за 5к. То есть смысл мне переплачивать 2к, если Глад Валакас даже на вот этих сватах играет отлично. Это у нас вот что по фронтам, по передку. У нас будет две двадцатки мидбаса. Вот они, сват. 3100 рублей. Вот к этому суммируем. И киксы, пищалки. Высокочастотники твиттера. Я их тоже послушал. Ну как, мы послушали самые разные твиттера. И в моей музыке, опять же, в рэпе, вот в моем говнорэпе русском, в моем шансоне русском, это всякий Михаил Круг, там, группа Бутырка, вот эти высокочастотки будут работать ничем не хуже. Вот эти киксы. Чем высокочастотки за пятак. Типа, можно было взять, раскошелиться и купить высокочастотки за пятак, но это, блин, лишено смысла какого-либо, ребят, здравого. Вот такие вот пищалки. Их хватит просто на под любые мои запросы, под любую мою музыку. Вот такие. Они, по-моему, по 40 ватт, да, номинальные. Ну, нормально. Мы послушали всю эту технику. Все меня это устроило, как это играет. Так, дальше, ребята, я вот тут не особо разбираюсь, какие у нас усилки какие. Это, по-моему, RX 1050D. Это видеокарточка AMD RX 1050D. Это новая игровая. Она очень горячая, кстати, наверное, будет. Так, сейчас я усил вытащу, да. Это или нет? Это, блин, подождите, что это? Какой это усил? Это... А, это у нас басовый, по-моему, вот это и есть. Я не разбираюсь, ладно. Сейчас я все вытащу, давайте и покажу вам. Так, ребята, там Олег приехал, сейчас зайдет. Я вам расскажу. Вот это четырехканальник на фронт, на два рупора.
на 2 рупора и на 2 мидбаса. Вот он, Kicks 120 X4. 2 Ом РМСЭ Пувер. Вот такой. А это моноблок одноканальный на усилок. О, блин, на САП. Я реально не особо шарю. Для меня это первый раз сборка чего-то дороже 10 тысяч рублей. Я обычно мистери покупал и сабик за 2000 савита и слушал это. Поэтому в моем случае это будет даже интересно. И вон Олег даже подрядился этим всем позаниматься, потому что ему самому интересно, как это все работает и как это все выглядит. Так, вот это моноблок на САП, вот это вот на четырехканальник на передок. Вот, ты тоже иди хоть посмотри. Я уже тебя анонсировал, что ты придешь. Шейх Камол сегодня, может быть, приедет, он звонил нам. Он какой-то странный сегодня, очень веселый. Я ему говорю, ты что, черепной? Он говорит, ну да, типа, за базар ответишь. Он говорит, смотри, Олег, я тебе расскажу. Вот это сваты на перед. Так. О, это мидбас. Да, ну видишь, у него небольшой. Ну, у меня у фронта было во. Что-то он легенький прям. Но это мидбас, он не должен быть тяжелым. Это рупора, 2. Вот это вот весь перед, смотри. Все, а. Все, больше ничего не будет. Это моноблок на усь, на вот фу, на сап. Вот, это прям один одноканальный, смотри. Это 1000 ватт. 1000 ватт будет на сап идти, прикинь. Ты хоть представляешь, что здесь в гараже будет? Ну вот реально. RX, видишь, написано, и динозаврик, значит, это мощный. Будет орать, как тиранозавр. Да, он и греться. А это, смотри, кикс на морду. Это вот усилок на перед. А назад? У нас нет сзади звука. В смысле, у нас только на дверях на двух передних будет. Все, вот, 2 усилка, мафон и рупора. Все. А вот это то, что я тебе рассказывал, это, короче, сейчас открой ты. Это регулировка, смотри, баса, то есть с панели, или я тебе не рассказывал. Короче, это вот тебе надо навалить перед телочками. Ну, подъезжаешь к шараге такой, смотри, мах, мах, видишь, мах, выкрутил. Махать. А когда, короче, надо, ну, такой перед мамой, ну, бабушку везешь на дачу, мин, мин. Ну, все. Я серьезно, классная штука, удобная. Ну, да. Это оркестр. Оркестровая штука, да. Я первый раз такую просто, смотри, D-класс, реально, тут где-то написано. О, ни хрена себе. Это D-класс. Ты в каком был в классе? Я... Блять, покраски прям ее ебанул. Ай, бля, сатана. Все, это... Бля, не надо. Не двигай их, покраски. Вот так она будет заходить сюда. Все. И давай, ладно, железо сейчас на крышу переставим. Вот можешь за этот услог аккуратно. И сейчас покажу другие ништяки, что... А, я еще не показал им САП сам. Ну, блин, и короб. Короб вон валяется. Сейчас все по очереди. Так, давай... Вот мелочь, можешь из пакета достать, как Якубович, подарки из поля чудес. Так, вот это у нас кругляши, подиумы на карты дверные, универсальные. Я не хочу карты в ателье в какое-то отдавать. Вот по 2 20-ки, 2 подиума на передние двери. Сеточки, грили для них, вот сеточки, грили, чтобы не попортить динамики. А то Камол ногами уже динамики все помял в двинаре. Это под рупора, под твиттеры, вот они, тоже на передок. Но один под каждый, на каждую дверь, вот. Там вырезаешь вот это вот, что я ножи говорил, надо было купить. Вот это тут X ставишь и засовываешь. Все. И получается следующий, да, пакетик. Это вот, ребят, на передок, опять же. А, подушку мне в подарок дали, к усилку. Нет, серьезно, смотри. Красивая? Дебил. Децибел. Ты хватит. Данилу подари. Нет, я... Смотри, Даниил Владимирович. Это моя подушка. А, вот тут коммутация начинается. Вот, смотри, Олег, о чем я тебе рассказывал. Вот сюда полтинник входит? Ага. Или сколько он там? Вот. Ну да, да. Отсюда 2 25-х. Ну, значит, мы правильно проводили. Мы правильно купили. Это, ребята, U-образные эти разделители. Так, это еще один такой на массу и на плюс. На 2 усилка у нас будет расход идти. Это эти... Ушки, короче, бля, увидишь, как они работают. И это от мафона до усилка, до моноблока. Еще у меня есть новый такой комплект Уралов, смотри, где-то тут лежит. Вот, вот, нет, тот не надо, я подумал. Вот Урал новый еще, вот, вот они. И это все набор для инсталляции. Я взял с запасом, я тебе говорю, с большим запасом. Так, теперь смотри, можно коробки... Не, подожди, подожди. Я хотел показать людям это, что я купил себе за позорные наклейки. Во-первых, вот, у тебя же черно-белая машина. Да. Во. Бус аудио, смотри, не оглохну. Нормально? А вот это Джигуар, смотри. О, вот это топчик. Джигуар. Бо. Я тебе могу вот, еще походит. А вот это музыка дороже машины. О, вот это топовое. Так, вот это все, это перед был и коммутационные фишки. Вот на это все было потрачено 30 где-то. 28 вот на это все. И вот валяется... То, что оценили все в инсте и написали, что выбор был хорош. Сейчас покажем САП, давай. Это вам не мистери. Смотри. Вот это вот. Ух ты ж, блин, надо его как-то... Да, да. Убирай, короче. Ща. Не надо. Смотри, тут еще и звук дают к нему. Ой, тьфу, звук. Скинь эту наклейку, мачете. О боже, как стервятники налетели. Ты смотри, не надо на машину его ставить. Ставь коробку. Охренеть, бог ты мой. 7500, вот он. Мачете спорт. Мачете. Не, спорт реально называется. Я не рофлю, он так называется. Да, я точную модель пацанам скажу, а тут потом затрахают меня.
Мачете Sport M15V2. Он двухкатушечный. Короче, к нему надо два провода зажимать. Сейчас два провода обжимать. У него две катушки. Да, две катушки. Ты разбираешься в технике? Вот две, видишь, у него одна катушка, смотри, и там вторая. Их надо посоединить параллельно, смотри. Отсюда минус взять сюда, и потом минус спаять на короб, понял? А не проще взять... Два отсюда? Провода? Да. Нет, он сказал, потери будут. Ну, типа, ну, нежелательно. Нежелательно. Надо допаять их все, если так, как ты. А тут, видишь, быстросъемы, смотри. Ну да, да. Нажимаешь, зажимаешь. Короче, вот эта штука, ее все в инсте оценили. Они сказали, что эту бэху точно разорвет. И к ней, да, давай сейчас я... Сейчас, пацаны, мы уберемся тут немного. Сейчас короб вам заценю, это просто дичь. Ух, затягаем. Затягаем. Короче, ребята, фирменный короб тоже. Вот у Влада взял, это для него. Парни, по-моему, из Ростова на заказ делают. Вот бус аудио его этот. Я взял фанерный, да, это ж фанера. Он сказал, типа, разницы, ну, разницу только эстеты замечают. Вот это USB, и это похоже на USB, кстати. Вот. Это вроде, ну, короче, ладно, это фанерный вроде, неважно. Обтянутый карпетом, здесь вот сюда нам надо паяться, к плюсу и минусу. Вот это нам надо будет запаять. Он, как он мне объяснил, я не разбираюсь в этой звуке на настройку 35. Я не знаю, что это. Мне надо, он пока, к сожалению, фото из сети выпал. Как мне настраивать его потом? Ну, как? Усилок. Ой, смотри, это не усилок, это этот. Че? Дом для котика. Ну подожди, дай я бас-бус буду делать. Бас, есть бас. Даже от моего рта есть бас. Не, надо внутрь, чтобы... У нас фазоинвертор, смотри, говорит. Он мне сказал, что петли мне сломает сразу, как я буду, если я буду наваливать на нем. Мешал, знаю. Я для этого только и купил его. Так, ну вот, ребята, если вы думаете, что вот этот блин, да, самсап, голова его, вот этот короб, это все было очень дорого, пойдем на капот, покажем, что самое дорогое мы купили. Вы знаете, сколько стоит, оказывается, виброизоляция? Короче, мы купили 10 листов вибры, 400 рублей за лист вибры. Вибру вы меня заставили купить на стриме, говорите, надо обязательно вибру покупать. Прям вот как ни крути, надо купить вибру. Мы взяли фен, вот съездили коллегу, взяли валик там прокатной, взяли вибру. Сейчас буду разбирать весь багажник и шумить его, вернее, вибрить его вот этой STP-шкой. Это STP 4-миллиметровка. Мне Фуат написал для того говнища, ну для BMW, типа вот это вот самый дешевый варик. Взяли саморезы. Вот это крепить к картам блины, ну, вернее, подиумы. А это для динамиков, для того, чтобы сап собирать, все остальное по дереву. И вот еще очень дорогие вещи сейчас тут, очень дорогие. Так, это обезжирка, прокатной ролик, это все, конечно, недорого. Вот, это сила и этот, как он, и аудио. Я не стал покупать специальные провода, потому что я, скорее всего, рано или поздно музыку с этой бэхи буду снимать. И мне пойдут самые обычные квартирные провода, но полностью медные. Вот, пацаны, я очень... скептически относился к этим советам, думал, что это все придурки пишут, что алюминиевые провода рассыпаются за полгода использования. Вот мы в Двинаре собрали музыку в июле, и у Камола полпроводов сгнило. Алюминь? Окислилось и сгнило, просто лопается провод. Горит, плавится. Да, мы взяли вот, это и минус, и плюс у нас будет, 3 метра 25-ки. Это вот у нас будет от разветвителя идти. Вот такой кабель, силовой, медный полностью. И взяли медь 0,75 и полтора сечения. Вот такую, по 12 метров. Короче, все, пацаны, что начинаем? Сейчас убираем короб, я разбираю полностью весь багажник, буду его обезжиривать, и давайте вернемся, когда либо он будет хотя бы обезжирен, либо когда он уже будет зашумлен полностью. Здравствуйте, дорогие друзья, здорово, Михаил. Черепной, здорово. Здорово, Олег. Привет. Да, что тут... Мы суету наводим черепной. Суету, это, шумоизоляции, что ли? С виброизоляцией. А, виброизоляция, что ли? Обезжирили весь багажник и клеим виброизоляцию. На какой стадии процесс? Ну, как видишь, 60%, 50%. А где 50%. Этот шестнарь? Шестнарь вон там валяется, можешь посмотреть. А что мне смотреть? Так, расскажи за черепного. А что за черепного? Это черепной, это 120-й мотор, 16-клапанный, 1,5 литра. Но пацаны уже тебе дали погоняло черепной. Да нет, это как объяснить, это мой друг есть, вот. Он называет черепной, то есть это черепные там, беспощадно и так далее и тому прочее. Вот этому есть его объяснение. Какое объяснение, что такое беспощадно? Беспощадно, нахуй. Ну, значит, сделал действие беспощадно просто-напросто. Вот. Никого не щадишь? Да, беспощадно просто-напросто. Вот ты сейчас это делать, будешь ставить свою долбежку. Беспощадно. Это сабвуфер будешь ставить просто беспощадно. Ну как тебе виброизоляция? Беспощадно, да. Видишь, ну, надо завибрить все. Нормально. А ты короб будешь это, как обычно, ставить? Вон. А вот этот короб. Вот это. Смотри, да, какая, вот блин, это, динамик. А сколько мощность? Я просто сейчас не шарю за это. 1000 ватт. Киловаттный. А в двинарь ты что ставил? Двинарь какая-то с помойки у Олега забрал усилок.
Ой, этот сап. Ну понятно. А это там моя бочка вот эта? Да, кто-нибудь да. Поедет, я не знаю, потому что коллегу пристроиться у меня не получилось, потому что он поставил на полдороги машину. Не надо ко мне пристраиваться. Я хотел проехать, чтобы тебе хотя бы морды. Ну ладно, тогда вот про за черепного поговорили, да. Так скажем, выяснили, что такое черепной. А мы видим, что. Да ладно, не обращай внимания, что ты. Феном греем и лепим лепнину. Я леплю. А он собирает сам буфер, сам бубен. Сам бубен собрал, да? Смотри, чтобы плюс не коснулся корпуса, вот так вверх, оп. А. Михалыч, я вот хотел твою эту, Сацуму увидеть. Вообще, но она в секретном гараже. Не, ну секретный, не секретный, просто мне интересно ее вживую увидеть. Там меня вот более вот это заинтересовала тема, как ты делал этот от самого мотора бензонасоса прямой, то есть этот, на карбюраторе и бензонасос сам. Электро. Электро, да, вот это вот меня больше, вот эта вещь поразила. Как ты это вообще все мог сделать? Она нормально у тебя все? Ну, она ездит. Ну, в апреле, в апреле запатентовано, увидишь. Да. Да, в апреле увидишь, будет ездить, будет на ходу. Ну, хорошо, надеемся, доживем, а не помрем. Что ты можешь сказать по поводу двигателя? Тебе вот черепной нравится? По поводу двигателя, то, что его нужно на какой-то кузов поставить. Или же распродать по частям. Нет, его надо сначала перебрать, разобрать. Это бизнес просто. А, ну перебрать ты его хочешь? Да. А ты самого хочешь его перебрать? Не, я отвезу Азамату, доктору. О. Чтобы он разобрал и сказал, насколько все кончено. Ты отнимеете. Ну, смотри, вот сейчас туда-сюда ты будешь таскать его. Я что-то думаю, мне кажется, как-то это. А что, ты хочешь потаскать? Можем тебе доверить. Какой дело? Он 125 килограмм весит? Мы его вдвоем несли, что-то. Мы его вдвоем таскали. Не, ну вдвоем понятное дело, то, что вдвоем-то его можно таскать, в принципе. А поднимать-то ты, что, это тебе не классический мотор, а Жигулей. Ты правильно, подожди, дай сверим, про подключил точно. Да, да. Вот. Плюс идет, вот смотри, вот он пошел в плюс, и здесь в плюс? И здесь да, в плюс. Все, в красный, да? А что он здесь отличается? Как мы здесь поймем, где плюс, где минус? А здесь красный, здесь черный. А, все, тогда окей, давай черепного, кидай да, черепного. Черепного, главное, чтобы было это, тонусно. А можешь вот это, Якуба нах? Не надо, я не буду больше этого, дорогие телезрители. Я понимаю, то, что там это, Якубович с тобой, я не хочу этого. А ты прочитал книгу? Посмеялись. Ты книгу не прочитал же, ты врешь. Ну, Данил, спасибо тебе, во-первых, что ты приехал, да, людей порадовал. Я хотел же засняться, показаться людям, так сказать. Когда мы BMW тебе купим? Не пропали, мы живы, здоровы. А зачем мне BMW? Чтобы нормально перед пацанами. У меня есть это, как вот, тонусная двенашка. Вот. Тонус? Да, тонусная, именно тонусная двенашка цвета, этот, как да, салат. Надо весной подкрашивать ее, к сожалению. Ну, у меня есть мутный мрак кастом с ателье. Попробуй мрак, аккуратно только, кастом, ради бога. Кастомс, если бы ты, как называешь, вот было бы доброе дело, бы, вот действительно доброе дело, если ты бы ее покрасил бы ее, именно ее заводской цвет, вот, зеленый сад. В ее, вот, ее а зачем она сейчас лаймовую красивую? Не, ну не лаймовую, понимаешь? Знаешь, сколько еще это уйдет опять? Это ты понимаешь, это сколько ты сил потратил на это все? Это не с копейкой то, что мы там год назад и делал это, ты мучился. Вот. Это надо стирать, там вот это все опять зашкуривать, фигуривать. Знаешь, сколько это времени уйдет и денег? Ну, летом, весной получше будет. Ну, там посмотрим. Тепло будет, самое главное, да, понимаешь? Там посмотрим, главное, чтобы это живы были, здоровы. И чтобы все тонусно было. Не померли. Подожди, смотри, есть так теперь потра... черепной и тонусный. Блин. Черепной. Я говорю, тебе погоняло, пацаны дали уже черепной. Черепной, да у меня и шапка есть это с черепом. Специально вот надо было ее. Я знаешь, что на стриме рассказал, что ты, короче, в свое время людям черепа раскраивал в молодости. Не, вот это лишнее. Почему? Я сказал, что ты кикбоксер. Нет, кикбоксер, нет. Ну, Данил. Ну я не знаю, ты вот ты по жизни любишь драться или нет? Нет, я могу с тобой только за сап вот за это. Кто выиграет, то того сап. Но у меня говно, у меня монтировка. Ну ты сегодня это, да ладно, так, это ты ближе к теме. Я сегодня ставлю вот оркестр. Это называется оркестр. Нет, музыку. Оркестр мы это называем. Ставишь. Все прикрутили. Ставишь да. Его и. Ну и все, он никуда не сдриснет, как думаешь? Я думаю, нет. А то сейчас это. Ты... Ну надо подключить и я боюсь, навалить, ты вот как бы это как не навалить, а не обосрался, как с копейки. Блин, ты кофе над блином, Олег. Да там нет. Олег, ты самый, дай, пожалуйста, сигарету. Что, Олег, как работа ваша продвигается? Да нормально вроде. Ты черепного делаешь сейчас? Тонусного, все, я понял. Короче, ребят, зашумили весь багажник, вот. Все, я уже вернул пару обивок на место. Вот эту обивку, вот эту. Как мог зашумил, потом еще верхнюю обивку верну. Тут тоже шумки накидал. Вернее, вибро, извините.
И сейчас будем думать, сейчас буду пол накрывать здесь, будем думать по расположению усилителей. Может быть, сегодня их просто бросим здесь. А завтра уже будем как-то на фанеру их, короче, приделывать, хрен его знает. Не хочется их налепить на короб саба, потому что все-таки это чревато последствиями. Но, может, и прикрепим. Мы же умные люди, правильно? Мы с тобой очень умные люди. Да, у меня тоже работал. Ну, недолго, конечно, но... Все, сейчас вот доделаем, что-нибудь придумаем. Он вот карты делает. Когда результат будет, вернусь. Одна готова. Одна готова. Прорезана. Вот ты вот это очень аккуратно, да, делал? Да. Вот это черепного. А вон там тоже очень аккуратно под пищалочку. Ну, красиво. Но у нас нет этих инструментов, поэтому... Ну, студию автозвука открываем свою? Конечно. Однозначно. Да, только надо весь инструмент выкинуть, оставить одни пассатижи. И отвертку. Ну что, народ, успехи у нас очень большие. Автозвук собрали, уже протестили. Созвонился я со своим другом Димой Папиком, который приедет ко мне отдыхать, заниматься автозвуком, мужским сексом в BMW. Вот, и он мне помог настроить два усилка. Вот, кикс на фронт и моноблок на сабик. Мы с Олегом съездили, распилили фанеру. Все это за кадром, никому это не интересно. Взяли USB, вот такой лист, вот он. Багажник у нас прошумлен, мы сейчас этот лист сдвинем как можно, вот, ну это уже предел, да, из-за пластика. И просто на саморезы по металлу 4 штучки, то 4 точки сделаем, и вот это будет подиум под усилки. Я не хочу крепить усилки на коробку, потому что пайка развалится, будет очень плохо. Еще Дима Папик мне сказал очень грустную вещь, что сап нельзя наваливать неделю хотя бы. Надо ему дать в щадящем режиме поработать. Зачем я его купил тогда, мне может это, я максимум неделю хотел этим заниматься. Вот я хотел неделю послушать и поставить его во дворе эту срань. Ну ладно. Блин, ну это получается как обкатка двигателя, ну, короче. Да. Обкатка саба, классно. Ладно, вот с этим сейчас... Сейчас у нас все вот подключено в таком непотребном виде, вот. Это будет все изменено, когда мы непосредственно все прикрутим сюда. Разберемся с силой, силу проложили, все проверили. Осталось предохранитель поставить и затянуть клемму. Пока она у нас без преда, вот силовая, огромная клемма, вот тут она идет. И давайте покажу вам, что с дверями там. Мы аккум тут посадили, я уже заряжаю. Послушали музыку полчасика, немножечко, так, совсем тихо, едва-едва. И вообще не слышно было почти. Вот как у нас вышло, вот у нас пищалка. Вот, и вот у нас мидбас. Вот тут вот. Уродливо, конечно, если честно, это все выглядит. Но для BMW, я считаю, любой владелец BMW должен признать то, что машина его, в принципе, уродливая. Это даже не машина. Это же BMW, это машину на три буквы не назовут. Вот мидбасы, вот пищалки. Вот тут, конечно, не допилили. Он не влез до конца. Есть щель, ну ладно, он не басовый, ничего страшного. И по салону поставили ауру. Вот она. Аура на месте. И я провел, сейчас покажу, как провода. Старенький пионер, надо продать. Бобриусу за косарь продать. Он у нас любитель всяких магнитол по косарю. Здесь я снимал всю панель, тоже это не снимал, ничего интересного. Можете посмотреть, как я с Е34 другой мучился. Я тут тоже, точно так же всю эту работу производил. Отвратительное, самое неинтересное, что можно себе представить. И вот тут я пустил. У нас по центральному тоннелю идут тюльпаны. Вот они идут. И вот тут примыкают к левой двери. Сила у нас пойдет справа, правда, как мы не подумали, Олег, дверь-то у нас, блин, одна уходит, надо было ее, и, знаешь, как вести, открывай. Дверь надо было вести вот так и вот так, смотри, а она у нас по силовому идет. Все, капец, видишь? Можно... Че? А там вся сила с той стороны же, да? Да, вся сила вот с этой будет проходить дырку вот здесь, а вся проводка а по... А мы сидуху сможем скинуть? Нахрена? Вон ту, а просверлим прямо насквозь туда. А смысл, она будет уходить в тот усилок, он будет справа. Давай его... А тогда этих не хватит. Да. Тут все продумано было. 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 Ну, это потому что вот в разнобой работали и не заметили, короче, самого важного. Ну, что, ладно, будет фанить одна сторона. Ну, бог с ним, ладно. Не, можем, смотри, давай их фольгой закатаем, у меня фольги куча, вон там лежит. Давай их фольгу в два слоя просто сложим и все, изолентой тряпичной пройдемся. Почему нет? Это же экран или нет? Экран надо к чему-то цеплять, а не просто так его оборачивать. В смысле, фольга и так экран, она просто будет экранировать волны от плюсового. Ну я тоже не знаю, ребята, обосрались немного с вот мелочью с такой. Ладно, тут, конечно, света мало, сейчас покажу вам с той двери, как все сделали. Я купил тряпичную изоленту, она проверенная временем. У нас здесь все как в лучших традициях копейки, смотрите. Все вроде красиво, видите, мидбас висит, пищалочка, кикс висит. И вот тут проводочка висит, два провода. Объясню, почему так. Вот тут идет клемма, то есть здесь нет дырки, нет отверстия, как в ладе, там, в семерке, в девятке, где гофра идет. В четырке, в той же самой. Мы не хотели снимать дверь и пилить вот это все, чтобы новую гофру проложить, еще одну. Пусть лучше вот так висит. Во-первых, это быстросъем, я в любой момент могу свою музыку снять. Продаю машину, снял музыку там, да. Вот это мы сейчас черненьким заделаем, и все, тряпичной изолентой. Даже никто этого не увидит. Все. Нам осталось, получается, собрать, ну, жопу.
взлом жопы сделали, и вот этот вот весь колхоз привести в порядок, чтобы у нас была разведена проводка по левой стороне, красивенько вся звуковая, и по правой силовая. Все, собственно, да? Ну, да. Будем заниматься. Давайте, ребят, сейчас мы это все займемся, все сделаем. И надеюсь, мы встретимся, когда уже все это будет готово и красиво смотреться. Ну что, ребятки, 3 часа прошли незаметно, и мы собрали... Ой-ой-ой. Положили в этот, в багажничек. Подушку в багажник не стоит класть. Короче, собрали, пацаны. Все, вот у нас фронт. Ну, вернее, вот у нас мидбас и пищалки. Вот у нас RX 1050D моноблок на сабик. Вот у нас 2 терминала. Вот это плюс с пометкой минус. У нас все цвета разные специально. Вот плюс, вот минус. Или наоборот, нет, вот плюс, вот минус. Собрали все качественно максимально. То есть сделали кейбл менеджмент. И с таким железом, мне кажется, вот в принципе с такой сборкой не стыдно ездить даже на соревнования. И ну вот так стоять, вот так, с открытым багажником, вечерком с пивом во дворе. Да? Топчик вообще. Отлично. Тут подсветочку вот сюда диодную, чтобы все видели наше железо. Ладно, если серьезно, то вот считайте, железо на 35К, все поставлено. Очень долго это целый день заняло, полный день. Ну вот, сейчас все работает. Все по уму, по крайней мере, в отличие от копейки, как и с 12-кой копейкой было. Там все было на скрутках, на отвали. Здесь скрутки ни одной нет, везде терминалы, везде зажимные, обжимные, ни одной скрутки на всей системе. Плюс, минус, все. Пусть по цветам оно все разное, но я имею в виду одинаковое, не разное. Я все помню, я знаю, где у нас минус, где у нас плюс. Я не ошибусь, если я полезу. А если кто-то другой полезет, ну уж извините, значит, нечего было лезть, нечего было настраивать, пытаться это все. Поменяли рамку, потому что моя была отвалившаяся, она на одном болту висела. Поставили новую рамку, не сломанную. Опа, Олег, теперь у нас есть какая-то, подержи, проблема, ну-ка, походу из-за шумки, что ли? Да нет, может, замок заклинило? Может быть, а почему? Ну-ка, нажми-ка кнопочку, подожди. Да, замок заклинивает личинку, короче, сейчас ее от вибрации будет. Блин. Это, че? А мы ее не просверлили случайно? Не-не-не. Все. Ее от вибрации. Огонь у меня открывался на этих, как на лежачих полицейских. Теперь он будет открываться перманентно, всегда. Что бы ты ни делал, у тебя будет открываться в этот. Ладно, да, я покажу этот. Фонарь включу, как мы сделали, завели плюс, плюсовую силу. Здесь у нас стоит пред. Вот он, пред стоит, плюс на... Это медный полтинник у нас. Полтинник на вход, и потом делится на 2,25 он. Вот у нас плюс полтинник и минус полтинник. Все обжато в огромных вот таких жирнющих клеммах. Просто страшного размера. Я вам клянусь, такого автозвука я еще никогда не делал. Так, тут мой пластик салонный сюда залез. Такого автозвука у нас еще ни разу не было. Тут все сделано, не сказать, что по уму, но мы максимально старались сделать, чтобы это работало качественно. Не как в копейке, не как в жигах за полчаса у Ашана прокинуть аудиозвук. Здесь у нас все разведено. От силы я как мог убрал все звуковые. Вон они все валяются. Слева у нас полностью все звуковые. Справа у нас получается... Силовуха вся вот тут вот располагаться будет. И вот этот вот, это место под, как он называется, это подлокотник. Подлокотника здесь больше не будет. Это у нас фазоинвертор. И вон стоит Мачете Спорт. Вот он, кикбоксер. Он, короче, долбит просто, мать того, делал. Как он долбит. Бог ты мой, у меня слов нет. Попозже вы все услышите, наверное, не сегодня я буду снимать именно тест автозвука. Сегодня мне надо выбраться просто из гаража. Сейчас попробуем с Олегом хоть как-то выбраться. У меня там лужи, у меня там море, у меня целый потоп. Но вот это мощный автозвук, реально, он просто разрывает нахрен. Слушай, Олег, а он не будет сюда-то, блин, кататься? Если он сюда прокатится, он, блин, упрется в железо прям. Слушай, ну да, дай-ка я открою. Он, короче, такое ощущение, что он прокатится потом в этот... Туда, в салон, ну. Не, не прокатится, он там сверху упирается, смотри, вот там вот, вон там вот. А-а. Толкни его. На изи. Все, он сейчас блином уже в этот, в железо, дай. Это мы не предусмотрели. Уголок есть какой-нибудь у тебя? Да вот надо поискать, хрен его знает. Давай прикрутим к ДСП его, уголочком. Где же взять уголочек-то? Видите, вроде бы все, мы уже на 5-й раз заканчиваем, и... Находятся какие-то новые, ну, занятия. Все вроде предусмотрели, а то, что сап укатится в этот и упрется, мы не предусмотрели. Ну, можете оценить, в принципе, как это все выглядит. Как по мне, получилось лучше, чем все, что у меня когда-либо было. Это мой первый опыт в автозвуке, в нормальном. Не сказать, что профессиональном, но... Че ты смеешься? Нормальный автозвук, хватит. Не надо смеяться. Это мощный, Олег. Это для бас-буст, это для негров слушать афроамериканцев музыку. Ладно, мы сейчас поищем уголки.
Будем выезжать, я Олегу доверю. Ты сможешь выехать? Я постараюсь. Прям жестко на газу. Да. Все. Сейчас свидимся, когда будем выезжать отсюда. Все, сейчас Олег будет пытаться отсюда уехать. Что-то глушак я пробил. Глушак я пробил, походу, еще сильнее. Ну, слышишь? Ты езжай. Можешь ее, если из ГСК выйдешь, вообще отлично прям. Лев, держи ворот. Да-да-да, держу. Давай. На газу сейчас, хуярь, на газу. Газуй. Хорошо, ты че ты там? Подножка, нормально. Думаешь, проедет? Да, сейчас приедем. Вот и все, все. Давай! Вот там вот да, он не поедет, да, он сейчас влево даст. Сейчас он влево даст. Да. Я знаю, мы там тоже вот. Мы там сейчас на его гольфе тоже чуть не застряли. Сейчас уберет он. Фух, ну выехал хоть, слава богу, жесть. Я думал, сейчас потонет прям тут он. Да не, тут нормально, вон. Да. Вот там, это беда. Я проехал, еле-еле, блядь, уж. Я уж одним колесом, это на БУР заехал. Ну мы тоже еле заехали сейчас. Не знаю, видно вам, что нет, вот что у нас в гаражах сейчас. Полметра воды. И тут везде вот такая клея. Бэха низкая, я тут уже ее один раз похоронил. Двумя там кратами поднимал и сломал пороги ей оба. Два порога прохерачил на ней. Тут вообще пешком-то пройти невозможно. У нас самый ужасный ряд унылый. Я купил гараж, додумался. В самом унылом ряду. Надо что-то делать, продавать этот гараж, покупать в другом ряду. Так, Олег меня еще ждет, интересно. Все, сейчас поедем обкатывать, блин, с ним. Я-то вам для вас отдельный кусок сниму, когда мы все уже послушаем. А, че, куда едем? Ну что, поехали к своему дому. Ну поехали, а потом что? Ну а потом ничего, я домой потом. А, ну давай, ладно. Сейчас, смотри, а то я тут завязну нахрен. Ты там проедь, я попробую с разгона. Наверное, отсюда не выйду сейчас ни хрена. Да, она даже тут, блин, умудряется, короче, пробуксоваться. Просто на ровном месте. Ой-ой-ой-ой-ой, мать его. Сейчас вот я надо там с разгону преодолевать водные преграды. Так. Поставил музыку, блин, теперь квест выбраться из гаража. Мало того, что целый день похерили с самого утра до вечера. Так, тут вроде по воде едем. Едем. Запрыгиваем и посмотрим, поедет ли она дальше. Так, все, давайте, пацаны. Надеюсь, я сейчас доберусь до дома целеньким. И увидимся уже с вами, наверное, в солнечный день, когда я вам покажу, как это все валит, как это все работает, и когда я немножечко это обкатаю. One week later. Да, сука, мама, я в дому. Земля, кассата, мы пахнем города. Да-да-да, сука, это на вид. Хорошо, парни, 2 недели я катаюсь, короче, с музыкой, есть мне что вам рассказать. Много где обосрался, много чего не знал, отчасти ноль, как говорится, в плане автозвука. Есть много подводных камней, много минусов, и сейчас я куплю чашечку ароматного кофе на заправке и доеду куда-нибудь в такое, скажем, менее населенное место, чтобы мне по шапке за мою музыку не дали. Возможно, вам сейчас показалось, что я просто ехал и слушал какой-то пердеж со скрежетом, но в реальной жизни это очень громко. И я, начиная слушать у первого подъезда своего дома, жена у меня в самом крайнем подъезде слышит музыку. Поэтому да, такое себе. Не будем никому мешать, не будем. Вот тут у меня позвонить решил, да, в самый нужный момент. Ладно, пацаны, все, сейчас найду какую-нибудь точку. Точку дислокации, все вам расскажу. И может еще там, ну, музыку послушаю. Расскажу, как играет, расскажу, что понравилось и что не понравилось в нашей сегодняшней, в данной конфигурации. Так, дорогие друзья, приехал подальше от города. И первым делом давайте, наверное, проверим, как мы собрали фронт. Сначала послушаем высокие. Вот, наши двери, так скажем, послушаем. Саб я выключать не буду, но просто покажу вам
плюс-минус, как это играет. Вот, потому что я думаю, ну, у нас основной упор здесь, конечно же, в сабовое звено. Жаль, что меня АП навешивают на музыку, но музыку без авторских прав не хочется включать, если честно. Хотя можно попробовать, но я уже и так включал Моргенштерна, так что хрен с ним. Давайте, сейчас вот просто послушаем, как работает мидбас и пищалки. И работают они, дай боже, сейчас я включу. Вот, Евробит отлично подходит для этого. Сейчас. Включаем и... посмотрим, сколько там на маф, они, правда, что-то... Инет у меня отвалился, парни. Приехал, блин, в промзону поснимать. А, все, заработало. Так. Смотрим, сколько там на мафоне. Пацаны, что, собственно, я хотел этим сказать. Фронты особо и не нужны. Вот видите, у меня, в принципе, все нормы так играет, парни. Фронты мне, например, по сути и не нужны. Конечно же, самое главное, в этой песне басов очень мало. Самое главное, это басовая составляющая. Сейчас я вам включу. Вот, например, на Eminem мы в свое время проверяли сабы. С Олегом, когда мы ставили профессиональный мистери по косарю. 1500 брали за установку автозвука. Ну, потому что мы очень квалифицированы в тот момент времени были люди. Вот, Music Box, как бы, блин, не спалить. Это уже пованивает. Пованивает горелым. А, ни хрена. Слышите, парни, у меня пробило, походу, этот... Ай, сатана! Ай-яй-яй-яй-яй, что случилось? Это не генератор горит ли? Ай-яй-яй-яй! Парни, откуда это? Откуда? Блядь! Снял, сука, серию. Чё горит-то, блядь? Ёб твою мать, блядь! Пацаны, чё-то бахнуло где-то. Ах ты ж сволочь! Ай, горячий. Ай, ну чё же это, генератор, что ли, горит, парни? Короче, парни, Гена задымилась, блин. Да как так-то, а? Ну, тут реально пару киловатт, походу. Ну ладно, 1,5 киловатта вся эта система жрет, раз он так повел себя. У меня там проводка идет тонкая. Провод с Гены, короче, парит, то есть, ну, оплетка сгорает. Давайте быстро тест доделаем, и надо, походу, перебрасывать провод Гены, и я вам расскажу, что у меня, короче, не вышло. Ну, в плане, где еще обосрались, что надо будет полностью переделать. Давайте сейчас я вам Eminem навалю, так скажем. Блин, ну вот последний навал это будет, пацаны. Я чувствую, это сейчас будет последний навал. Так, аккумулятор вроде не моргает. Это будет последний навал сейчас. В старого немца поставить музыку, это хорошая идея. Это Music Box песня. Думаю, многие знают. Как бы не сгореть сейчас, пацаны. Сейчас сгорим нахрен.
Воняет паленой проводкой, парни. Поверьте на слово, долбит он, дай боже, просто как. Вот просто. Но сейчас чувствуются просадки, что-то ему не хватает. Не хватает ему Питалова. Все, Гена приехала, пацаны. Я всего лишь неделю так музыку послушал. Гена сдохла. Вот, имейте в виду. Ну, можно вот ауф воткнуть, так скажем. Напоследок. Сейчас давайте еще, может, там одну-две песни-то станем и будем закругляться с тестами. Когда я переделаю все, тогда послушаем. А то у меня дым с-под капота так и валит. Все мои волки делают ауф. Делают ау. Ну давай по фактам, братка. Ты к земле ближе, чем моя девятка. Если мы базарим не о бабках, то ты слышишь круг. Идет из головы, любит нас. Люди ненавидят нас. И запалишь свои пали, когда парень варит нас. Из головы, любит нас. Люди ненавидят нас. Запалишь свои пали. Все мои волки делают ау. 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 Все мои волки делают ау. Буду с вами честь, это дело честь. Выстрелы на место, это уличный оркестр. Я пришел к тебе, ты не ждала. Как же ты? Из меня тут тишь до глаз. Мама, мама, мы ведь не шпана. Не шпана. Мы просто пацаны. Потом не штана. Так, пацаны, пока глушить не буду, а то вдруг не уеду, надо нагрузку снять, все, давайте. Пока не будем больше включать ничего. Так, ну, вы поняли, на что эта штука способна. В принципе, деньги, ну, за свой прайс, да, за там 36 тысяч, сколько я там потратил именно на железо, нормально, учитывая, что все это новое. Естественно, можно все это собрать гораздо дешевле на БУ компонентах, но что автозвук, что видеокарты, я не доверяю БУшным компонентам. Сколько я только БУ усилителей не покупал, БУ сабов, то они с паленными моторами, то сами сабы, короче, ой, то сами усилки все перепаянные, перекопанные, нахрен пойми, каких транзисторах, ремонтные 100 раз. Ладненько, в принципе, звучит нормально. Прошу прощения, что такой куценький тест, уродский получился, но видите, надо все переделать. Сейчас я расскажу, что буду переделывать, как только вот тепло будет в апреле, в мае. Открываем вот эту вот дверку и смотрим. Во-первых, я снял вот
снял вот эти обивки. Здесь все надо шумить, полностью все надо шумить. Треск здесь стоит от каждых вот этих вот проводочков, вот это вот все, оно трещит. То есть каждый вот этот пластик, он создает резонанс здесь и создает хрип. Вот все вот это надо будет зашумить полностью. Всю стойку, все надо будет вот это вот аккуратно сложить, стянуть стяжками и зашумить. Аналогичная история со второй. Здесь тоже все надо шумить, все надо как-то, знаете, вот это вот стягивать, чтобы это не бренчало, вот эти звуки, вот эти поганые звуки, чтобы их не было, как они меня бесят. Ну и полку я разломал, вот она полка. В ней, короче, в этой полке, сейчас я вас приколю, такое только в BMW 30-летний может быть. Вот они у нас эти, вот они стоечки, вот они пластик от стоечек. И там валялся, знаете, просто валялся именно, сейчас я вам покажу, динамик, вот. Он просто, блин, валялся. Вот он. BMW-шный динамик с пищалкой родной. Он не прикручен, не защелкнут. Вон следы клея и герметика. Он просто валялся там. И он издавал шум. И сейчас валяется еще второй динамик. Я не смог его извлечь. Вот этот динамик тоже издает шум. Слушайте вот это. Вот это все, когда САП начинает, так скажем, панчить, да, вот это слово модное, панчить делать, панч САП делает. Вот это все, сука, трещит, все вот это трещит. Мать его. Короче, что надо делать? По уму. Сейчас я вам все расскажу, что я буду делать теперь из-за этого. Во-первых, мне сразу писали, надо прокидывать отдельную силу с генератора на аккумулятор. Вот что сегодня подтвердилось. У меня загорелся генератор. Дай бог, чтобы обмотка там не сгорела, щетки. На BMW это не дешевое удовольствие ремонтировать генератор. Короче, как видите, надо обязательно прокладывать жирный плюс дополнительный с гены на АКБ. Я этого не сделал, думал, проканает. Все-таки BMW, качество, надежность, немцы, Германия не проканала. Все, надо, это вот самое первое, что нужно сделать, чтобы слушать музыку. Далее, надо снимать эти сидухи, они тоже создают шума. Ну, я вам сейчас не покажу, короче, они тоже звенят, бренчат, вот эта зараза. Под ними все шумить надо, обязательно, под ними вибрить шумить. Как только САП начинает выходить на игровку на свою, на низкий, особенно на глубокий бас, когда такой внутренний, да, глубокий, я не знаю, как его описать, как глубокий бас начинается, внутри дверей начинают звенеть все составные части дверей. То есть даже вот эта вот сраная ручка, она будет греметь, когда будет идти басуха. Теперь я понимаю, почему люди шумят полностью все свои тачки с крышей, с полами, там, со стойками. Все это в такую вот изоленту, да, трепишную заматывают каждый проводок, чтобы это не издавало, сука, лишнего шума. Я вот поставил теперь недешевую музыку, да, там вот. Мне это все на данный момент времени вышло в 42 тысячи рублей. И что я получил? Я получил шум салона. Вот этих дверных карт сраных. Этой сраной полки. И это не играет. То есть, если я хочу качественно послушать музыку, как бы это смешно не было, я все-таки заплатил, ну, практически там $700, да, за все это. Я хочу качественно послушать музыку. И у меня отчасти получается, когда я сам рукой придерживаю полку, придерживаю провода, которые гремят. В общем, каждую дверь надо будет разбирать. Особенно это касается передних дверей, где у нас стоят мидбасы. Мидбасы немного хота имеют, и они тоже басят. Здесь надо полностью разбирать дверь. Снимать подъемник, скорее всего, убирать мастику заводскую, либо как-то ее обезжиривать, и вибру, и шумку клеить на мастику. Потом антискрипом проклеивать карты дверные, и вот так на саморезы, мы тут с Олегом уже извратились и изуродовали, вот так на саморезы закреплять дверную карту. Делать, короче, с антискрип, большой слой антискрипа, и потом каждую точку, каждые 10 сантиметров втыкать саморез. Потому что знаете, что с дверью происходит, когда САП начинает играть? Вам показать, давайте наглядно. О, видите это, нахуй? Видите, блять? Вот этот звук, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот этим я наслаждаюсь, когда еду. Вот этот вот, блядь, вот. Короче, это настолько непознанный мной еще мир автозвука, парни. Поэтому будем серьезны. Полная шумка дверей, шумка стоек, желательно шумка потолка нам необходима здесь. С багажником, слава тебе, Господи, никаких нареканий нет. Я его завибрил хорошо. Вот эти, они звука не издают, вот эти вот панельки, они нормальные. Здесь тоже вибра вполне нормально легла. Вот в багажнике резонанса никакого нет, кроме номерной рамки. Номерную рамку надо будет под нее вибру наклеить. И, ну, как-то выйти из этой ситуации. То есть здесь только номер создает шум. Вот он, вот слушайте. Вот он. Когда играет сабик. Короче, номер надо зашумить, и все. А багажник сделан нормально. Даже без шумки, чисто виброй. Хорошо. Никаких шумов из него посторонних, тресков, скрежетов нету. Ладно, пойдемте в салон, блин. Что-то я замерз, капец уже. Дым прошел с-под капота, видите? Панч выключ. Блять. В салоне воняет паленой проводкой. Ну приехали, блять. Ну я говорю, генератор спалил.
Ну, он еще работает, скорее всего, но наваливать плюс 35 не стоит, ну, по громкости. Короче, вот такая фигня, намерз я, конечно. Все играют парни, все вполне нормально играет, и конфа сама неплохая, ее можно рекомендовать, но только если вы слушаете рэп и каловую музыку, всякое дерьмо собачье, которое нормальные люди не слушают. И даже, как вы слышали, на Евробите, даже без фронта нормально здесь можно слушать, не режет слух. Все усилители, все я настраивал на слух, то есть я... по одной паре подключал, пищалки подключал отдельно, подключал мидбасы отдельно, подключал сап отдельно, и все слушал сам на свое ухо. То есть я не пользовался приложениями, не пользовался, да, чем-то, какими-то профессиональными инструментами. Я настраивал на свое ухо. И послушали там вот Дима Папик, да, он специалист по автозвуку. Он у нас где? Получается, в Тольятти. То есть если вам, кстати, надо будет, есть студия автозвука Дима Папика, 229 РУС. Он занимается прокачкой музыки в четырках, в калинах профессионально. То есть человек в этом разбирается. Он послушал через видеосвязь, ну, профессионально подошел к работе и через видеосвязь послушал, как это играет, сказал, идеально играет. Вот такая фигня, парни. Ну, короче, немного серия не по плану пошла, да, видите, генератор, походу, йог. Буду заканчивать сегодняшнюю серию вот так вот, на такой веселой ноте. Надеюсь, я теперь выберусь оттуда, куда я заехал. Чуть пинать коробка начала. Что за хрень вообще? Это, блин, немец премиальный или мне показалось? Тише! Вроде едет. Генератор не горит. А, кстати, парни, блин, забыл в самый последний момент, вот сейчас вспомнил. Вот эта аура, которую вот вначале я вам показывал, говнище, не берите. Мне не понравилось. Она, во-первых, дает наводки, я проверил, это именно она. Слышите, сейчас писк стоит. Она дает наводки, во-первых. Во-вторых, у нее постоянно отваливается Bluetooth, он пропадает из поиска. То есть играет у тебя музыка, играет, потом хоп, отошел куда-то в магазин, купил там кофе. Если ты телефон в машине не оставил, то все, у тебя отвязывается устройство, и привязать его повторно не представляется возможным. Не знаю, как это работает и почему так, но вот такая грусть. Вот эта аура ужасная, да и звук у нее паршивый, и она еще делает хлопки постоянные. Когда громкость меняешь, хлопает, когда включаешь ее, хлопает. Давайте, не, ладно, выключать не буду, а то сейчас она не включится, блин. Так, что-нибудь навалить можно такого жесткого, прям. О. Подушки. Финемар Купер. Раздавал друг Букер. Твоя подружка дрочит на бейсболкару клуба. Фотки, сука, так он не.
добренько играет, народ добренько, но мне в салон начал проникать ядовитый запах горелой проводки. Ну, ладно, будем разбираться с Геной. Вот такая грустная история. Конец немного грустный у видоса. Она, главное, стояла последние 4 дня. Минус 22 у нас было, минус 25. Я на ней не ездил. У нее, короче, печка не работает. Вообще не работает печка. И я не полезу радиатор менять печки. Ни за что. Я в Е34 в черный уже слазил. А здесь у нас система не на сименсовском радиаторе, а на бошевском, по-моему. И здесь у нас кондей есть. Для того, чтобы сюда залезть, надо разгерметизировать систему кондиционирования, снять блок кондиционера, снять все эти трубки железные. Ну ее нахер, спасибо, не полезу. Я до весны подожду, короче, и буду ездить без печки, а с кондеем. Нахрен надо, как говорится. Ну правда, вы не представляете, какой здесь гемор поменять радиатор печки. Если бы вы знали. В сервисах я так поуточнял. От десятки, короче, от 10 кесов за замену. Потому что надо всю панель снять, и надо весь блок климата там, ну, разобрать, я имею в виду, всю систему климат-контроля в автомобиле. Все, пацаны, огромное вам всем большущее спасибо за то, что посмотрели мой высер очередной. Так скажем, поставьте лайк, напишите любой свой комментарий и не забывайте подписаться на канал. О, что-то у меня с оборудованием электрическим начались проблемы. Ну ладно, надеюсь, доеду до дома, до гаража. Короче, будем чуть позже, когда потеплее будет, еще когда денежек свободных немного будет, будем кидать на Гену плюс отдельный и будем шумить весь салон, постараемся, по крайней мере. Все, огромное всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео очень скоро. Давайте, друзья, был рад с вами потусоваться. Всем пока!